Пассажиров аэропорта Петропавловска-Камчатского и одной из камчатских автостанций эвакуировали во вторник из-за сообщений о минировании этих зданий. Об этом сообщили в Краевом управлении ФСБ. Там рассказали, что поступили звонки с сообщениями о взрывных устройствах, якобы находящихся в зданиях аэропорта, автостанции и в торговом центре Вилючинска. При этом в городе Подводников торговых центров нет, поэтому там проверяли и эвакуировали относительно крупные магазины. Все якобы заминированные здания обследовали специалисты ФСБ, полиции и кинологи с собаками. В аэропорту из-за сложившейся ситуации на 2 часа был задержан московский рейс 17:31. После обследования здания аэровокзал открыли, и он заработал в штатном режиме.